Привет! Меня зовут Лера, и вы на канале интернет-магазина Stool Group. Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за мебелью из велюровой обивки. Мебельный велюр – это самая трендовая и приятная на ощупь обивка. В домашнем интерьере, пожалуй, это самая удобная ткань. Очень многие боятся покупать в квартиру мебель из велюра, потому что боятся, что она испачкается, не отмоется, протрется или ее повредят домашние животные, потому что все-таки эта ткань и более практично использовать пластик или, например, эко-кожу. На самом деле ухаживать за ней достаточно легко, и поддерживать состояние велюра в первоначальном виде тоже несложно. Достаточно просто регулярно пылесосить стул специальной мебельной насадкой с мягкой щеточкой. Если появились какие-то загрязнения, желательно удалять их сразу при появлении, чтобы они не успели застыть, склеить ворсинки. Тогда совершенно легко, никаких пятен не останется, и, собственно, само загрязнение будет легко убрать. Если на велюре появились какие-то заломы, тоже ничего страшного. Эта ткань, ворс, его совершенно легко устранить. Вы берете отпариватель. Если нет отпаривателя, достаточно взять просто утюг с функцией пара и на расстоянии 5-10 сантиметров пройтись по месту залома против линии ворса в обратную сторону. Что мы не рекомендуем? Мы не рекомендуем, первое, это ставить мебель из велюра, как, в принципе, и любую другую тканевую мебель, под прямыми солнечными лучами. Не рекомендуем тереть их жесткими тряпками, щетками и с большим нажатием, чтобы не повредить ворс. Также мы не рекомендуем при очистке мебели использовать спиртсодержащие или какие-то ацетоносодержащие растворители или чистить другие чистящие средства. При этом обратите внимание, при очистке мебели, если есть какие-то застарелые пятна, которые уже склеили ворсинки, не нужно их сильно тереть, использовать какие-то химические средства, отбеливатели или заливать большим количеством воды. Используйте пену специальную для чистки. Это достаточно просто. Вы наносите пену, она бережно растворяет застаревшее пятно и дальше спокойно удаляете пылесосом. Сушить очищенную мебель нужно при комнатной температуре, а затем расчесать ворс мягкой щеточкой или губкой. Так ваша мебель прослужит вам долго и будет радовать глаз еще не один год. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео, задавайте ваши вопросы в комментариях. До новых встреч!